В Московском районном суде города Твери арестованы четверо подозреваемых в убийстве мужчины в феврале 2008 года. По данным следствия, вечером 1 февраля 2008 потерпевший поставил свой автомобиль на автостоянку, но домой не вернулся. 6 февраля его закопанное тело обнаружено в лесу Никулинского сельского поселения. На протяжении 13 лет следственными органами и сотрудниками Управления уголовного розыска не прекращалось проведение следственных действий и оперативно-розыскных мероприятий. Были проверены различные версии. Проверялся каждый родственник и знакомый убитого мужчины, лица, ранее судимые за аналогичные преступления. В сентябре 2021 года работа по уголовному делу была активизирована. Получена дополнительная информация об обстоятельствах убийства. Предварительное следствие по делу возобновлено. Были установлены лица, причастные к совершению преступления. По нашим данным, один из подозреваемых – Олег Стрелецкий, племянник бывшего федерального инспектора в Тверской области. Задержание проводили следователь регионального следственного комитета, сотрудники Тверского уголовного розыска, МВД России и Росгвардии в городах Твери, Москве и Московской области. В отношении фигурантов судом по ходатайству следствия избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. 3 ноября им предъявлено обвинение. В зависимости от роли каждого, трое из них обвиняются в убийстве, совершенной группой лиц по предварительному сговору. Непосредственный компаньон потерпевшего обвиняется в подстрекательстве к совершению убийства путем уговоров. Пятый фигурант этапирован из колонии, где отбывает наказание на долгие годы лишения свободы, в следственный изолятор УФСИН России по Тверской области. В ближайшее время ему будет предъявлено обвинение в убийстве, совершенные группой лиц по предварительному сговору.